каждый человек уникален, а каждый город неповторим. У нас есть храм, который хранит историю трагедии, которая произошла на Уральской земле. И мы в этом храме молимся о том, чтобы трагедии не происходили, не повторялись. Вера всегда начинается в сердце человека, и мы очень надеемся, что храм Святой Екатерины станет сердцем города, где будет вера, уважение и любовь. Мы, наконец-то, наверное, перестанем называть наш город словом из трех букв ЕКБ, мы перестанем быть Екатом, мы перестанем быть Екабургом, мы, наконец-то, будем жителями града Святой Екатерины, мы будем жить в Екатеринбурге. Давайте любить родной город, его прошлое, настоящее и прекрасное будущее.